продам глушители на мотоцикл Урал. Они сняты именно с модели М66, завод оригинал. Состояние выше среднего. Почему не идеал? Можно бы сказать, даже почти идеальный, если с учетом возраста, там, 70-х годов. Сейчас все покажу. Правый, левый. Цена будет на вид указана за одну штуку, за любую. Колени, ну как обычно, в этих местах подметы немножко. Здесь вот. Так, правый, смотрим. Это лицевая сторона глушителя. Суть нормально. Крепеж заводской. Ни колхозной сварки здесь нету, не видим. У тебя после мойки только что глушителя. Крезьба здесь чуточку видно, да? И гаечка такая специфическая. Гайки эти, скорее всего, под замену. Хотя, фиг знает, какие-то странные гаечки. Алюминиевые. Да, продажами с коленами вот как вот есть. Ни отдельно ни глушитель, ни отдельно ни колено. Крепеж целый. Колено вот чуточку видно, да, стучали по нему. Ну, не так критично, как бывает на некоторых. Сейчас машина едет, пауза. Так. Обратную сторону смотрим правого глушителя. Вмятин таких прям нету никаких. Визуально не видно. Это запекшее масло. Там кому уже надо под полировку. Немножко чуть поскорябал, помыл. Это запекшее маслица. Вот. Так, все. Это у нас правый был. Теперь переходим к левому. Лицевая сторона левого. Тоже достойная. Вот здесь, ну, слегка подзамято. Слегка совсем. Так. Тоже гаечка здесь такая специфическая. Какой-то хомутик в виде гайки. Тоже вот это маслица подзапекшееся. То есть это не с глушителя текло на шве, а именно с двигателя. Так, колхозной сварки нет, это завод. Он крепеж есть. Никаких трещин здесь не наблюдается, никаких не было масляных пятен. Вот здесь немножко так натерло, но не насквозь. То есть, ну, так на подушке пальца ощущается вот эта ямка здесь. Это внутренняя сторона, сейчас я вам показываю. Замятый. Такие вот глушителя. Цена будет за штуку. Если надо оба, через корзину можно оформить. Добавить в корзину, потом поставить количество 2. То есть правый и левый. Если оформляете вид доставку, пишите обязательно, какой нужен. Если одну штуку, то пишите в сообщении левый либо правый. Других нет вариантов, только 2 варианта. И следите за описанием и объявлением. Если они какой-то заберут, я это обязательно изменю и на фото зачеркну, которого нет. Еще раз. Правый и выше левый. Да, еще раз повторюсь, продажа вместе с коленями. Как есть колени и глушитель вместе, не по отдельности. Цена за штуку.